Желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Дебюши. Какое ударище! С такой дистанции вколотить в ворота единицы могут. А многие просто проверяют голкипера. На 10 раз один да ошибется. Этот гол застал врасплох и нас, и, что самое главное, вратаря. Повтор и прекрасный гол из-за пределов штрафной сильным ударом. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, красивейший гол. 3-1 счет. Результативный получился.